В Брестском областном краеведческом музее накануне состоялось открытие постоянной экспозиции «Родная природа». В торжественном мероприятии участие приняли начальник управления культуры Брестского облсполкома Сергей Панасюк, руководители областных структур и учреждений, представители высших учебных заведений Брещины, авторы художественной и технической концепции обновленной экспозиции. В отремонтированном зале посетители смогли увидеть представителей животного и растительного мира Беларуси. Благородного оленя, косулю, енотовидную собаку, волка, рысь, дикого кабана, зубра. Из птиц серого журавля, дятла, глухаря и ворона. Несмотря на то, что все эти удивительные экспонаты были за стеклом, это не помешало создать ощущение глубины каждого экспоната, отделяя зрителя от леса и не мешая все рассмотреть. Такой эффект присутствия прикосновения. На сегодняшний день Брестский областной музей закончил все свои экспозиции. Данная экспозиция не обновлялась с 90-х годов, поэтому сегодняшняя реэкспозиция, сегодняшнее открытие – это завершение того объекта, того планового задания, которое, так сказать, музей уже соединило в одно общее целое. Для и жителей города Бреста, и для гостей нашего города, и в том числе в основном для нашего подрастающего поколения, для малышей. Но данный объект, это, наверное, на сегодняшний момент, в мою точку зрения, это совершенство по природе. Создание постоянной экспозиции считается вершиной научно-экспозиционной деятельности любого музея. Сегодня у нас по-настоящему праздник, и в нескольких залах сектора природы можно познакомиться и с историей, разнообразием биологического, зоологического наполнения нашего региона. В числе первых гостей, которые смогли ознакомиться с обновленной экспозицией и оценить ее интерактивную составляющую, стали учащиеся гимназии номер 1. Все, что нужно современному школьнику, можно увидеть в обновленной экспозиции. Масштабные диорамы, современное мультимедийное оборудование, медиапанели, электронный микроскоп. Благодаря этим ноу-хау каждая проекция выглядит потрясающе. Мне понравилось особенно композиция, где было творение Земли, происхождение материков. Я считаю, что надо знать молодежи родину свою, свой край, природный свой край, что это родина. Ты там родился, ты должен ей всем. Над созданием выставки трудились не только сотрудники музея, но и представители Академии наук, Белорусского национального технического университета и Брестского университета имени Пушкина. Работы велись на протяжении 2022 года. Мы постоянно практически находимся в тесном контакте, в рабочем режиме общаемся с коллегами из музея. И когда встал вопрос о обновлении этой экспозиции, мы, конечно же, включились в эту работу. Я и мои коллеги, которые помогали в оформлении этой экспозиции как ученые, наполняя ее научным содержанием. И я хочу сказать, что очень рад сегодня, что практически все, что мы вместе с нашими коллегами, сотрудниками музея, представляли себе, все это сегодня реализовано. Органичным продолжением новой экспозиции «Родная природа» стала фотовыставка уникальных снимков живой природы фотографов Игоря и Ильи Бышневых и коллекция фототехники из фондов музея.